Имя прилагательное. Имена прилагательные обозначают признак предмета и отвечают на вопросы. Какой, чей? Солнечный луч. Какой солнечный? Ненастная погода. Погода какая? Ненастная. Знойное лето. Лето какое? Знойное. Мамин платок. Платок чей? Мамин. Мамина шляпа. Шляпа чья? Мамина. Мамино пальто. Пальто чье? Мамина. Прилагательные зависят от существительных, поэтому вопросы к прилагательным задаем от существительных. Прилагательные делают нашу речь более точной и образной, так как позволяют рассказать, показать различные признаки предмета. Например, пилот в космической ракете на Землю глянул с высоты. Еще никто, никто на свете такой не видел красоты. Внизу, за стеклами кабины, в молочных облаках лежал далекий, маленький, любимый земной голубоватый шар. Вот такое вот стихотворение. Поэт ярко характеризует Землю, земной шар прилагательными, которые различаются по смыслу. По цвету голубоватый, по месту далекий, по величине маленький, дает эмоциональную оценку предмета, любимый и так далее. Род, число, падеж – это морфологические признаки прилагательных. Они зависят от существительных, которым прилагательные подчиняются и обозначаются окончаниями. Великим праздником. Праздником каким? Великим. Окончание будет им, мужской род, единственное число, творительный падеж. Праздником ом, мужской род, единственное число, творительный падеж. О великом празднике уже. Праздники о каком? О великом. Великом окончание ом, мужского рода, единственного числа, предложный падеж. Праздники, мужской род, окончание е, единственное число, предложный падеж.